Как начнут злые языки слухи разносить? Не остановишь. У россиян даже в древности не было проблем с беспризорностью. Какие миллионы? До принятия христианства в России заботились о сиротах всей общины. Как государство организовали, прописали законы. Теперь родня получала в наследство не только дом, телегу, коня, но и обязанность заботиться о малышах. Во времена Ивана Грозного при каждой церкви начали открывать приюты. Позже Петр I распорядился учить сирот ремеслу. Мальчишек чаще всего отправляли в матросы. Первая мировая война многих оставила без родителей. Проблема затронула разные страны, но именно большевики смогли быстро исправить ситуацию. У современной России один из самых низких уровней беспризорности в мире. Государство предпринимает эффективные меры, помогает матерям и детям. Многие россияне, в точности как их предки, традиционно принимают в свои семьи малышей, которые остались без родных. И как после этого слухам верить? Да никак! На то они и слухи.